Участники благотворительного забега преодолевают первую 100-метровку. Акция проходит уже 7-й год. Но 15-летняя Виктория Мельник пришла сюда впервые. Признается, когда узнала, что проходит такое мероприятие, не раздумывая, решила участвовать. Они направлены на помощь больным детям, и это очень важно, особенно в наше время. В организации «Мир детям» уже более 110 семей Одинцовского округа. В каждой воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. За все время проведения акции собрали порядка 1,5 миллиона рублей. Должны люди видеть, отдавать добро свое, видеть, что есть такие дети, что, ну, приучать. Это любовь, это нежность, это доброта. Бегунам предстояло преодолеть одну из трех дистанций – 100, 400 и 2800 метров. Те, кто не бежал, участвовали в благотворительных мастер-классах. Галина Батурина развлекала гостей рисованием. Говорит, с помощью такого мастер-класса в первую очередь дарит детям радость и удовольствие от творчества. То есть если у нас есть возможность что-то отдать, что-то подарить человеку, мы должны этим делиться. То есть это не только материальные блага, это еще и духовное, культурное наследие, то есть которое мы можем отдать частичку себя и научить. Каждый спортсмен получил медаль, а кубок достался команде «Абордаж». В ней более 60 человек. Но самое главное – собрали денежные средства, которые будут переданы тем, кто в них нуждается. Татьяна Верняковская, Лада Дудко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».